Контакт с природой моя цель. Ой, блин, чуть не упал, смотри, как только это сказал. В общем, найти реальное подспорье и опору на силы природы. В общем-то, я давно шел в этом направлении, потому что вот мои рассказы в моей книге, особенно симфонии, три симфонии, они, в общем-то, посвящены природе. Природе и женщинам, скажем так, что одно и то же. И написаны они в 2005 году, насколько я помню. И уже тогда я шел к этому контакту, то есть я мысленно контактировал, мысленно, понимаете? То есть я вот писал, все представлял себе. Это, конечно, не было контактом, это было мое представление. Но вот сейчас со своим каналом, которым я вот сейчас пока что имею возможность плотно заниматься, я бы хотел это осуществить на практике. Собственно, вот так. Ну, в связи с этим скажу, по крайней мере, двух великих каналов, которые я знаю. Это «Большое летнее путешествие» и второй канал – это Андрей Едунов, «Езда на велосипеде». Это Андрей Едунов, это чувак, который поехал на велосипеде от Москвы до Магадана и обратно. Или обратно он не ехал. Нет, от Москвы до Магадана, наверное, он проехал, а обратно он, наверное, летел. Хотя не знаю, надо уточнить. Абсолютно великий канал. Это и подвиг, и куча там ценнейшей съемки. И ценнейшие успокаивающие комментарии. В общем, все честь по чести. Сейчас посмотрим, дойдем ли мы до этой дороги. Видимо, уже как далеко ушли. Вот там город Чехов. Вон его зубы.